В Казахстане выделяют недостаточно средств на гражданскую защиту, заявил спикер Сената в ходе парламентских слушаний. В последние годы в стране произошло множество природных и техногенных катастроф. По мнению Маулена Ашимбаева, крупные лесные пожары показали бессистемность госорганов, ответственных за пожарную безопасность и отсутствие четкого алгоритма действий. Спикер также указал на недостатки в системе промышленной безопасности, следствием которых стали аварии на шахтах Карагандинской области. Внимание требует и сейсмическая безопасность в стране, уверен Маулен Ашимбаев.